могли. Вот, поэтому, наверное, флажочка нет. Ермила Катахвилова, мировой рекорд. Ну, а лидер... просто страны такой нет, и флага уже нет. Ну, СССР... Поэтому, да. Кстати, вот да, поэтому Наталья Лисовская мировой рекорд как-то был странно представлен под российским флагом. Ну, не, а под российским... не подарок. Здесь и Джанет Джипкоскей Бусиней. Это та самая спортсмен национального чемпионата. 1:56.99. Это второй результат сезона в мире, уступающий только Марии Савиновой. Юлия Русанова не очень хорошо пробежала квалификационный забег, но в полуфинале к Юлии Русановой вообще никаких вопросов быть не могло. Равно как и к Екатерине Костецкой. Еще она родом из Санкт-Петербурга. Мы видим впечатляющий личный рекорд. 1:56.67. Мы знаем, что она тренировалась в свое время у Татьяны Зеленцовой в Америке, а до того она тренировалась в легендарной группе Сергея Харитонова и Натальи Артемовой в Петербурге, собственно говоря, в полуфинале. Посмотрим. Этот финал непредсказуем. Маша Савинова, наша главная надежда, мега-звезда, чемпионка Европы действующая, чемпионка мира в зале действующая, но на мировом первенстве летнем последнее. Такое ощущение ей. Дело, она единственная, кому холодно. Дело было 5 лет назад в Москве. Маша Савинова, крупным планом на ваших экранах. Конечно, основные наши надежды связаны наши с ней. Она пришла в легкую атлетику, как мы знаем, из бадминтона. Ну и Владимир Казарин готовил ее к основным стартам. Кения Синклеер. Ну тут, вы знаете, тут абсолютно непредсказуемая история. Здесь может быть все, что угодно. Вопрос в том, какая будет тактика. Маша Савинова по первым шагам, могу сказать, вперед рваться, наверное, не будет. В лучших традициях Юрия Барзаковского Савинова провела и забег, и полуфинал уверенно на обоих этапах, выйдя на лидирующие позиции. Необходимо было попадать в двойку и в забеге, и в полуфинале. Она с этой задачей справилась блестяще. Ну, кто будет зайцем? Судя по всему, чемпионка. Ну, такой не самый плохой заяц, прямо скажем. Чемпионка мира 2007, серебряный призер Олимпиады Джанет Джепкоскей-Бусиней. За ней бежит, получается, у нас Синклеер. Савинова предпоследняя, она пасет как бы Кастер Семеню. Американка здесь третья бежит. Дальше Катя Костецкая. Ну, я могу что сказать. Интересный расклад. Савинова подтягивается к Семене и будет ее пасти. Правильно все делает Юлия Русанова. Последняя. Быстровато, мне кажется, девочки начинают. Куда вы, родненькие? 55-86. Быстровато. Я думаю, что должно все быть для Савиновой нормально. И пусть она сейчас шестая, пускай вас это не смущает. Вот здесь вот одно неудобство. Впереди этот столб в виде Кастер Семени, который обойти достаточно трудно. Катя Костецкая, рядом с ней Мария Савинова. Семеню на экран так смотрит своим грозным видом. Пошла вперед. Да. Ожидает, знаете, как снайпер на охоте Кастер Семени, но Маша Савинова нормально все пока что. Костецкая тоже подтягивается. Итак, Бусине, Семеня, Синклеер и Савинова на хвосте. Синклеер отваливается. Бусиней тоже сейчас должна спечься, судя по всему. И Савинова с Семеней, по идее. И Костецкая, Катюша, смотрите, подтягивается. Ну давайте, девчонки, давайте вперед! Вперед, вперед, Машенька, можешь? Можешь, можешь, можешь! Дожимай, милая, ну пожалуйста, дожимай! Да! Ох ты! Вот это да! 55-89! Да, Маша, господи, какая ты родная умница! Это Барзаковский на Олимпиаде 2004. Вот так, да! Да! Но это было что-то! Но это было что-то! Девятое золото наше! Искренне поздравляет ее Кастер Семеня. Экс-чемпионка мира одна. Бусине, экс-чемпионка мира другая. И чемпионка мира действует. Как наши девчонки друг друга поздравляют. И Юля, и Катя поздравляют Марию Савинову. Господи, минут из 1:56 в финале чемпионата мира. Как же это здорово. Ребята, это тянет на подвиг. Это был... Это, смотрите, вот, знаешь, я хочу сказать добрые слова Владис Кастер Семени. Она сама подходит и поздравляет девчонок. Бежать, ну, Джанет, слушайте, вот смотрите, все сильнейшие участницы по итогам выступлений, все здесь, они все боролись с Машей Савиновой, и все Маши Савиновой проиграли. И получается, что у нас сейчас Маша Савинова выиграла все, что только было можно. Все, что только было можно вообще. Вы знаете, вот здесь казалось, что уже тяжело. Но просто говоря языком легкой атлетики, Семеня встала
а Савинова продолжала бежать. Вы не представляете, что, господа, что человек испытывает вот в этот момент на финише 800-метровой дистанции. Какой был отрыв! И вот посмотрите, как она ее сжирает сантиметр за сантиметром, а? Вот так вот, вот так вот. И здесь она уже понимает, что Семеня не соперница. Уже улыбка у лице, на лице у Савиновой. Вот так вот. И руки вверх. Здесь уже можно. Остецкую Катюшу тоже, конечно, поздравляем. Это был выдающийся финал, в котором мы были лучшими. Савинова трехкратной чемпионкой мира. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и трехкратной чемпионкой мира. Ну и завершил этот процесс завоевания золота. Естественно, бежит Болт на четвертом этапе. Для нас это не имеет никакого значения, потому что мы в этом виде не участвуем. Мы взяли золото вот здесь. Сколько раз? Мы, у нас же драка на чемпионате. А здесь из 1:56 с лучшим результатом сезона в мире Мария Савинова. Это, понимаете, это за гранью представления. Это сила, это женский дух, это характер, тут все. И, конечно, невероятное количество силы. Три чемпионки мира сразу. Это невероятная ситуация. Джанет Джепкоскей Бусиней на ваших экранах. Чемпионка мира 2007 года. Она была второй на Олимпиаде 2008, на мире 2009. Но на подиуме, на главной ступеньке была в 2007 году. В 2009 году на следующем чемпионате мира победила Кастер Семеня, представительница Южной Африки. Вот так вот. Вот она на ваших экранах. Это спортсменка, у которой был очень непростой год, связанный с гендерным тестом. Прохладно ее приветствует публика, а зря. Вы знаете, вот все равно, то, что есть, то есть. Она выступает на этих соревнованиях, и что самое главное на этих соревнованиях, эти соревнования доказали, что она победима. Кем победима, следует вопрос. Чемпионка мира 2011 года. Все наши поздравления вот сюда, Маше Савиновой. Мария Савинова, действующая чемпионка Европы. И вы слышите эту овацию здесь, на стадионе в Тегу. Браво! Выглядеть победительницей чемпионата мира. Ну, к этому я могу добавить, что действительно очень непростой путь позади у Марии Савиновой. И действительно, браво! В честь нее мы слышим гимн нашей страны. Марию Савинову. Еще раз скажем большое спасибо всем тем, кто подготовил, кто был рядом на протяжении всего этого труднейшего времени с Марией Савиновой. И, конечно, мы рассчитываем на участие наших девочек, и не только на участие, а на завоевание наград на Олимпийских играх в 2012 году, имея в виду, что у нас в запасе есть такие еще девушки, которые должны